Индия столкнулась сразу с тремя бедствиями, которые ставят на грани выживания десятки миллионов людей. Северные регионы страны продолжают опустошать саранча, которая добралась уже и до восточных регионов Пакистана. В Индии она уничтожила посевы на площади в 40 тысяч гектаров. Вдобавок, в страну пришла исключительно жаркая погода, а в столице температура поднимается до плюс 47 градусов, а в Раджастане зафиксировано плюс 50. Правительство сообщает также, что после ослабления карантина в стране наблюдается рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Официальный Дели разрабатывает программу экстренных мер, направленных на выход из кризисной ситуации.